Добрый день, друзья! Сегодня Subaru нам предоставила площадку. Покатаемся вот на этом упражнении. Вот на этом автомобиле покатаемся. Добрый день! Добрый день! Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я менеджер отдела продаж у Авиавто Subaru Оренбург. Находимся мы на городе Оренбурге, на улице Беляевской, 58. То есть это наш автомобиль Subaru XV. Двухлитровый двигатель, проходит клиренс 220, то есть проходит со всеми внедорожными помощниками в виде нашей X-Mod. То есть это имитация блокировок передней оси, задней оси, межосевая блокировка. Есть у него два режима, то есть средний режим и полный режим. Средний режим это что? Средний режим это блокировки передней и задней, то есть без межосевого. А, без межосевого, понятно. Двигатель здесь стоит оппозитный, цепной, то есть автомобиль у нас японской сборки, японского производства, то есть таких осталось по России немного, кто производит. Вот. Из плюсов на всех автомобилях Subaru постоянный полный привод. Он постоянный? Постоянный. То есть нет такого, что едешь на переднем, задний подключается, нет такого? Нет. То есть постоянный? Нет. Это примерно как в Ниве, да? Ну, примерно. 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 Так, понятненько. Также постоянный полный привод, он идет у нас через многодисковый мост. Угу. Какая цена примерно автомобиля? Цена на автомобиль начинается с 2 609 000 рублей, заканчивается 2 849 000. А вот это вот конкретная автомобиль? Это максимальная комплектация, то есть за нее цена будет 2 840 000. Назовем так. Да, на диагональное вывешивание. Сегодня у нас автомобили будут разные. И покатаемся, посмотрим, вам покажем. Вам приятного просмотра. Вот, давай, пробуй, поехали. Ты сейчас заблокированный? Вот таким образом, давай, пробуйте, заезжай. Блин, все равно не вас проезжает. Дастер 2 литра, сзади 100% блокировка. Смотрим. Заметили? 100% блокировка. Опа! Глушитель. Серега, глушитель внизу. Стоп. Глушитель, да? Стоп, стоп, стоп. Давай назад. Назад. На лонжерону ложится Дастер. Так, сейчас пытаемся выехать. Автомобиль лег на лонжероны. У Дастера они намного ниже, чем... Ой, стоп, 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 стоп. Так, Серега, выйди, сам оцени ситуацию, как будем выезжать отсюда. То есть, как видите, что немножко сложности есть на этих препятствиях. Так, решили ехать вперед. Все, отлично. Тоже болтик там мешает и зацепляется. Так, решили заезжать мы с другой стороны. Так, как видите, цепляем болтами определенными. То есть, когда отсюда едешь, и получается зацеп. Будем заезжать мы с другой стороны. Пробуем еще раз Дастер. Но уже по направлению сетки в эту сторону. Давайте посмотрим. Вот сейчас, смотрите, колеса начнут отрываться. То есть по диагонали вот это колесо и заднее, оно отрывается и упирается только тем и тем. Ну, за счет того, что установлена 100% блокировка у Дастера, он это упражнение проходит легко. Так, сейчас какие-то затруднения. А что, зацепился, нет? А, опять зацепился. Ну, давайте посмотрим, что. Опять зацепился, Серег? Давай посмотрим. А, ну да.
Вон самый кончик. Да, надо было сюда, если... Понятно. То есть немножко сюда сместиться, она прошла, а так вон цепляет. Нагрелась муфта, говорит. Ну то есть сейчас муфта нагрелась, но вроде, говорит, сейчас остыла. Но все равно почему-то только переднее правое. В полном приводе, к сожалению, крутится колесо то, которому легче. Сергей, расскажи про муфту. Как часто она вообще на Дастера греется? Расскажи. За все время эксплуатации, вот этот первый раз у меня, я вообще ни разу не... У тебя пробег какой? 85. 85 тысяч. И первый раз вообще, да, за все время, первый, да? Первый раз. Я даже не видел, как она. Вот я первый раз увидел, что вот она сейчас вот это показывает, у меня 2 ВД, ага. И она моргает. Понятно. Вот. А так вообще не было, ни грязь, ни ну, это. И я понял. Говорит, ладно. Я даже не знаю. Так, Дастер у нас что-то пока уже постоял, подождали и не едет. Нагревается. И все, да? Потихонечку, все, давайте не... Стягивай, стягивай, все, стянул. Давайте посмотрим, какой нюанс у нас здесь получился. Где? Сварочный не прошел, нам не включить. Сварочный чок неровный. Да. Да, вот оно. А тут, вот здесь вот зацепился и все. Сварки, ну да, согласен. Так, у нас Дастер 1.6. Сразу включенный полный привод. Смотрим. Вот, видите, как получается. Вот сейчас должен лечь на лонжерон. Смотри, проехал. Молодец. Дастер 1.6 проехал. Ну что, смотрим Субарь. Между прочим, человек занимается, есть свой магазин автосветом. Ссылочка будет в описании. Ну и вот здесь вот сейчас вот его визиточка, увидите. Заказывайте. Стоп, 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 стоп. Еще, еще, все. Так, ну посмотрим. Так, то же самое. Давай, давай, давай. Ага. Так, посмотрим там. Молодец, отлично, отлично прошел. Он вообще вывесится или нет, интересно. Ага. Так, немножко вывесился. Угу. Дастер лучше! Дастер, 2 литра. Дастеры боятся цепануться. Смотрите, как на порог почти ложится, видите? Все, сейчас начнутся трудности.
Алексей, у тебя DSP же есть? Оказывается, у нас Duster 2-литровый проезжал, оказывается, на переднем приводе за счет системы DSP. Сейчас Duster проезжает на полном приводе. ESP, электронные помощники, конечно, помогают классно. Так, сейчас мы разблокированы. Нива Travel. Разблокированный. Ты сейчас что, разблокированный? Сейчас блокируешься? Давай, блокируйся. Видите, что получается? Колесо, которое вывешивается, вся тяга уходит на то колесо, которое свободно. И оно прокручивает, и все. Это называется свободный дифференциал. Многие заблуждаются, что в том, что Нива — это полный привод. Она полный привод идет. По 50% крутящий момент раскидывается на мосты по 50% и по 25% на каждое колесо. Ну это вот немножко, видите, он дернул ее, и она прошла. Но все равно достойный автомобиль. Нива — достойный автомобиль. Сейчас смотрим Нива 2131. Как автомобиль, интересно, себя покажет. Чуть-чуть. Так, а давайте уточним. Просто заблокировал. Просто дифференциал заблокировал и проехал. Охренеть. Вот вам и стоки. Никаких блокировок, никаких самоблоков. И не вас проехал. Напомни, задний самоблок, по-моему, или нет? Теперь оба. А, два самоблока. А чьи? Кто понял? Давай, пробуй. Потихонечку, не спеши. Ну, давайте посмотрим. Клиренс позволяет. Автомобиль спортивного типа. По горам, по долам настоится. Посмотрим, давайте. Два самоблока. То есть сейчас блокировки получается, да? Заблокировались при прокрутке и прошел. Давай померяем, сколько у нас. Оба. 31. Ну иди, такая же, да? Ну, я думаю, да. 30. Сколько? Примяли, тридцатничек. Тридцатничек. Так, первый в Оренбурге у нас полноприводный Cherry Exit называется. Первый, напомню, полноприводный. Так, уже вывешивается. Серег, покажи ему, куда ехать, а то он может это, не видеть. Ну, человек, может, неопытный. Покажи, показывай. Смотрите, заднее колесо уже вывешивается. Так, надо посмотреть пороги. Задним он заезжает. Ну, давай, пусть заезжает. Поехали, Серег. Ага, так, отлично. Отлично. Давай.
Автомобиль приехал с Полтавской, ТВС Моторс. Мы сейчас на этом автомобиле покатаемся, посмотрим и, возможно, обзор снимем. Ну, возможно, не знаю, по времени, как все у нас получится. Раньше корейцы тоже говорили говно, а сейчас корейцы стоят. Автомобиль стоит за 2 миллиона. К сожалению, пока не едет. Умная электроника, полный привод. Интересно. Конечно, интересно. Сейчас, секунду. Привет. Привет. Виталий. Вот. Ты сейчас на полном, да? Ну, сейчас я вот сейчас все вообще отключил, сейчас попробую. ESP и всю эту фигню отключил. Угу. У тебя полный привод включенный. Правильно? Он подключаемый. Он, а, подключаемый. Тут, да. Тут постоянно передний привод? Да. А задний подключаемый, да? Включается при пробуксовке. Все, давай. Знаешь, тут тебе надо или газа больше давать, крутящий момент, возможно, больше дать. Там уже у тебя ничего ты снизу не сможешь оторвать. То есть он лез и встал. Yeah. Так что давай, пробуй. Здесь передний привод, задний подключаемый. Систему ESP выключили, все сделали. ESP выключили, зачем? Надо включить. Ну давай попробуем. Так, а сейчас ESP можешь включить? Вот сейчас включу. Давай. ESP подключили. Смотрим. Все, вот-вот-вот, имитация. Отлично. Отлично, отлично. Отлично. Неплохо. Но все равно очень долго срабатывал, да? Да. Самоизолировался решил, понял. Так, сейчас мой автомобиль разблокированный. Посмотрим. Но, блин, болты мешают на порогах, вообще жопа. Извиняюсь. Напомню, три самоблока АВТ-шны. Передний мост, задний мост и раздатка у нас. Вот вам механическая блокировка от АВТ. Три блокировки. Между прочим, с тремя блокировками НИФ в России очень мало. Возможно, вторая или третья. Duster 1.6 на авто. То есть само все подключается. Давайте посмотрим. Красавчик. Блин, все равно все-таки электроника может, позволяет. По крайней мере, вот на этом именно Дастере, вот ESP работает четко. Так, коротыш. В зале стоит старенький, как он говорит, самоблок. Уже, говорит, наверное, ни хрена не работает. Что
Что у нас здесь получается? Давайте посмотрим. В этом упражнении, видите, короткая база. Колесо вывешивается сильнее, да? Вот он пример, стандартный Нивы. У него же должно быть блокировка. С нерабочим этим блокировкой, с нерабочей. Хоть и говорят, что полный привод, но вот видите, три колеса зажало. Заднее левое колесо свободное. И все, все усилие уходит на то колесо. Вот оно типа накатом так раз перекатилось. Но все равно Нива это тема. За свои деньги. Итак, Антоха приехал. Смотрите, сзади 100%, впереди самоблок. Клиренс. Большой клиренс. То есть небольшой, высокий у нас получается клиренс. Давай пониже потихонечку, Антох. Ну это трактор. Трактор. Просто трактор, понимаете? Ни о чем. 100%. Вот так вот. Так, у нас здесь спор. Меряем рулеткой Дастер и Каптюр. Вот Алексей приехал, говорит, я, говорит, боюсь Каптюр. Да, я, говорит, боюсь Каптюр, говорит, просто, говорит, новый покупать. Ты же, говорит, потом скажешь, что Каптюр не надо покупать. Сколько? 25. Пошли на твой Каптюр. Итак, замер, Каптюр. Ровная поверхность. Давай, сколько? 25, так. А там сколько? Там тоже. Все. Он тебя видно, что выше, Леха. Вот. Рено. Как сказать, кто на Рено ездит, а? 28,5. Все, давай, жду. Поехали. Итак, Каптюр мы кое-как уговорили. Смотрим. Че, тише. Все, поехали. Отлично, все нормально, проходишь, все нормально. Вот так вот, отлично. Отлично. Решили закрепить. Вообще проходит отлично проходит. Отлично. Вот он, Каптюр. Отлично. Молодец. Вообще легко. Ну, видишь как. Так, напомню, у нас передний привод, да? Передний привод, автомат. Никаких ESP, ничего нету. Давай пробуем. Интересно, передний привод. Никаких электронных помощников нету. Смотрите, сейчас начнет заднее колесо вывешиваться. Передние пока стоят, пока едет. Все. Правое переднее колесо разгрузилось. И возможности не дает. Ёлопал, передний привод проехал. А мы тут на полном приводе проехать не можем, Лёха. Да ладно? Да. Машина, вот так вот. Красавчик. Так, Исудзу. Давайте посмотрим. Давай, проходишь. Самое интересное, передний привод с электронными помощниками здесь проезжает. Полный привод, блин, ну тяжело. За счет того, что 50 на 50 раскидывает. Вот так вот, представляете? Не везде, в принципе, нужен полный привод. Все, пробежал. Так, сейчас мы разблокированные. Пробуем еще разок. Все-таки хочется попробовать, как оно все-таки едет. Бам. Проехал разблокированный. Интересно. Давайте еще раз посмотрим Субарь.
Еще разок. Смотрите, как бампера прям рядом все проходит. Здесь интереснее ESP, да? Здесь лучше отработало, чем на Exceed. Итак, вот нам на Полтавской предоставили вот этот автомобиль. Ну и ребятам есть возможность покататься. Просто хочет покататься каждый. Есть возможность. Ребята с Полтавской вообще красавцы. Говорю, надо? Да пожалуйста. О, все, вот так вот, поехали. Скоро номера получим и возьмем его на полноценный тест. На полноценный тест. Я думаю, в песчаный карьер мы его загоним. Нет, 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 нет. Давай, это, надо ехать, Лё. Газ не сбрасывай, пробуй газ не сбрасывать. Система ESP старается, но почему-то не выезжает. Сейчас здесь что, все? ESP все подключено? Да, все полностью включено. Нажмите ее. Где она у нас? Повода левой, да, вот прям там, где кнопочки. Вот это что? Вот электронные помощники, особенно современные автомобили, на них пока все кнопки там включишь, отключишь, ноги даже... Знать никто не знает, как это все отключается, включается. Многие приезжают и стоят там по полчаса, все это тыкают. Механические блокировки работают по факту, постоянно. Есть прокрутка колеса, есть нагрузка. Он раз и проезжает. Вот, смотрите, сколько он долго стоял. Только сейчас вот отработал и выехал. Но все-таки неплохо едет, неплохо. Ну, по крайней мере, Captur, Duster, Нивы. Да, Captur вообще красавчик. Так, ну что, пробуем. Так, вот сейчас мы на двух колесах, да? Нет, вот сейчас отзовем. Жмем, это X-мод. X-мод, да. Давай. Все. Пробуем. А без нее не поедет? Без нее нет. Блокировки. Все, все зацепило. Вывесило заднее колесо. А противооткатка здесь есть же, да? Нет. Нету. То есть аккуратнее пороги. Да, да, да. О, садится все равно на порог. Так, ну, назад попробуем. Задние дороги. Слушай, а без пробки вперед. Да. Дергается, конечно, быстро она. X-мод отключается от 40 километров. От 40. Хочу попробовать тронуться. Кнопочку X-мод. Так, а здесь есть спорт режим какой-нибудь? Да, включается на руле кнопками S и, то есть C-драйв. Удерживать? Нет, просто нажать. Спорт режим включен. Все, она уже включилась, да? Да. Это двигатель, сколько сказал? 2 литра здесь? 2 литра 150 лошадиных сил. 2 литра 150. Сиденье, конечно, удобное, да? Боковая поддержка такая. Ой, интересно.
Краткий обзор закончен. Наш тест-драйв на этом заканчивается. Спасибо Subaru Center за предоставленную площадку. Все попробовали каждый свой автомобиль. Все-таки интересно попробовать, понять, как ваш автомобиль едет. Все, всем спасибо.